Нормально. Здравствуйте, Николаевна. Здравствуйте. Нормально? Нормально. Сразу и рассказывай. Да. Ну что, время без изменений, то, что будет 5 лет. Кто такой вообще? Какой срезак, что до свидания. Ну я же немножко опоздал. Ну ничего, ну что, работаю там же, семья там же. Дима, тут люди приехали, которые 20 лет не были, поэтому подробно. А, все понял. Вижу. Хотя с 87-го года не вижу. Так, ну что, работаю на 4-й фабрике обогатительной, в должности старшего мастера погрузки. Ну, уже 10 лет, 11 год. Все, все не меняется. Бензин, все хочешь ходить? Ну, один на Димку. Похож, похож, вот только маленькая копия. Да? Не знаю. Дети. Не, ну моему уже 16. Ну, слава богу. Переходный возраст? Учится уже. Что? Учился переходный. Все, вопросы есть? Вопросов нет. Он не заметил. Это мазу вешается. Да. Не только мазу вешается. Вопрос воспитал так, что переходный возраст. Не заметил. Ну хватит снимать. От нас все были Дима друга. Замечательно. Значит, у нас Олежке достается роль звонка. И Олежка у нас будет говорить: ваш